Ё-моё. Ой, сколько там время? Нифига себе, 7 часов уже. Так, пора вставать. Так, давай сейчас умоюсь. И пойду собирать бабло со своего бизнеса. У меня там их куча. Надо сегодня объездить. Где-то очень долго. О, ты моя красавица. Ладно, все, я поехал. Ё-моё, сколько время? О, нифига себе, 7 часов уже. Так, все, пора работать. Так, все, мой дом. До свидания, сейчас я поеду работать. Работать, работать, работать. Так, что у меня там по заказам? О, хороший заказ, в принципе, давайте возьмем. Так, все, последний Макдак. Все, теперь... Так, теперь надо сейчас куда-нибудь съездить. Так, ладно, поеду домой уже. Что-то наконец-то надоело уже ездить вон целый день. Так, все, спасибо за чаевые. Так, все. Теперь... Так, ладно, ребят, давайте я просто сейчас поеду куда-нибудь. Что ж, надоело целый день рулить, сейчас отдохну тут. Так, все, жди меня здесь через 3 часа. Так, пацаны должны тусить где-то здесь. Блин, жалко, что я не смог на тусу приехать. Ну, извините, пацаны, ну не смог я. Ладно, поеду-ка я работать лучше. Да тут денег вообще нет. Так, все, спасибо, что дождался. Так, вези меня домой. Все, спасибо, Гена. Так, значит, тачку в гараж припаркуй, и ты свободен. Так, ну, а я домой. Быстрее! Да что быстрее ты, ё-моё, ты еще выехать не успел. Быстрее, я тебе говорю. Да чего орете, я еду. Блин. Быстрее давай! Да ё-моё, я уже приехал! Все, я тебе отзыв 1 звезду поставлю. Ну хоть на чай оставил. Вот бывают же люди такие, а? Ладно, сейчас поеду, становлюсь деньги. Новый заказ пойду ловить. Так всего лишь 300 штрафов! За превышение скорости от 100 до 120. Всего лишь по 5000 долларов. Да нет проблем, сейчас быра сгоняю, плачу тут. Мой гелик меня домчит. Все, погнали. Все, валим, 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 валим. Так, сколько штрафов? 2 штрафа за превышение скорости. За 250 долларов, сколько? Капец, и все из этого заказа. Капец, какие деньги. Я с 3 заказов получил и то меньше. Капец. Так, что бы сейчас пойти? Тут сейчас время обеда, есть охота. Куда ты прешь, да ё-моё? Это в Макдак неохота. Точно, закажу-ка я себе поваров в дом. Пускай они мне туда обед приготовят и на ужин краба. Так, доширак вроде купил, вроде заварил, пока заварится, как разворачиваемся. Все, пока заваривается доширак, сейчас поеду себе куплю что-нибудь из бургеров себе к дошираку. Так, здрасте. Сколько гамбургер стоит? Вчера же стоил всего 100 долларов. Как всего, очень дорого. Ладно, а чизбургер сколько стоит? 50 долларов, сколько? Так, ладно, давайте уж чизбургер маленький. Что делать? А что с чем-то доширак есть? То пустой доширак как-то не сытно, не вкусно. Так, еще и бензин кончается, ё-моё. Мне кажется, бенз кончается, так надо сейчас быстренько на заправочку заехать. У меня тут дел куча, а мои дела это просто гонять по городу на моей красоточке. Так, сейчас заправлюсь, быра. Так, ну ты долго там еще заправляться будешь? Всего 140 баксов!
мне 140 баксов, и я погнал 6 километров все накручивать. Блин, бензин, кажется, кончается. Сейчас заправляться надо. Опять деньги. Надеюсь, что вроде как сейчас бензин не должен быть дорогой такой. Я думаю, баксов за 10 заправлюсь. Сейчас надо подъехать к заправке. Но надеюсь, что хотя бы, хотя бы на 15 долларов заправлюсь до полного бака. Сколько? 140 долларов? Да я за день зарабатываю, и то меньше. Блин, ребят, получается, за сегодня заработал только 50 долларов. Капец, какие цены вообще. Да, скоро придется тачку продавать. Так, что-то я вообще что-то проголодался. Ё-моё, где уже? Так, все, нет времени быстро парковаться, я уже проголодался. Хочу съесть своего краба уже. Он отдал всего лишь 500 тысяч, и он мне сейчас краба клёвого приготовит. Повара, краба гоните, еще морского ежа, пожалуйста. Тут что-то есть охота, и побыстрей. О, ребята, время ужина. Так, сегодня мне на ужин говяжьи пельмешки. Ё-моё, пацаны, вы что, уже на шашлыки, что ли, выехали? Ладно, ребят, все, я газую к вам. Сейчас я быру, у меня ламба быстрая. Ну, что за таксист? Так, сейчас всех обгоню. Сейчас самое главное — успеть на шашлыки. Это самое главное. Ой, нет! Ё-моё! Так, там вроде ребят на шашлыки позвали. Ладно, сейчас поеду аккуратненько. Сейчас самое главное, чтобы меня никто не вчесался в меня. Так, аккуратненько. Сейчас надо обогнать всех. Что-то они какие-то медленные. Вроде как здесь разрешено ехать до 140, а я еду только 120. Они вообще километров 100 в час. Сейчас уже не дорог, сейчас небось пробка будет. Вот ты нормальный человек! Капец! Смотри, какие царапина! Ты еще на 3 ремонта, ну входи с тачки, тебе побью сейчас! Нафиг! Ё-моё! Пока!